Сегодня у нас 29 октября 2023 год. Идет у нас вечернее занятие, которое в 6 часов вечера начинается, воскресный день. Вот я сижу тут за компьютером. Вот тут у меня приставка вся эта, интернетная. Вот, а тут Игнат Тихонович сидит, слушает. Кошечка ему греет тут. Своим вопросом. Сама греется тоже, видимо. Так. Дальше из пособия сказано, что Александр Борцов ведет занятие. Из четвертого стиха. Кто-то, видимо, не отключил. Что усопшие святые сохраняют свой облик и узнаваемый. Тоже интересно. Вот же сказано, что... Терножки. И явился им Илья с Моисеем. И беседовали с Иисусом. А Паля, интересно, запрыгнула, и из-за ней эта решетка закрылась. Сидит наша пушистик. Паля пушистик, а Паля пушистик. Дай-ка тебе покажу. Вот она наша красавица, да, Паля? Тепло, скажи, хорошо мне тут в моем домике. Все будут узнавать. Ладно, закроем твою квартиру. Тут у нас вот... Помидорки уже перезревают. Там уже не скроешься. Ничего, все будет обнажено, все открыто. Ну так, слава Богу. По милости Божьей, завтра печку будем топить. Утром. Ну вот так вот. Я даже предлагаю эту притчу прочитать. Луки, 16 глава, 23 стих. Аллилуйя.